Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Инаугурация прошла в Андреевском зале Кремлевского дворца. Вслед за выступлением Дмитрия Медведева Владимиру Путину были переданы символы президентской власти, включая президентский знак. Затем избранный глава государства произнес присягу, после чего прозвучал гимн России, а над куполом Кремлевской резиденции поднялся штандарт президента Российской Федерации. На инаугурацию в Кремль были приглашены около 3000 человек. Согласно Конституции, новый лидер не позднее 2 недель после вступления в должность представит на утверждение Госдумы кандидатуру председателя Кабинета министров. Напомню, Дмитрий Медведев уже принял предложение возглавить правительство после сложения президентских полномочий. Со вступлением в должность президента Владимира Путина поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко. «Наши страны связывают прочные союзнические отношения», — говорится в поздравлении. «Конструктивный политический диалог, последовательная реализация совместных экономических проектов, активные гуманитарные контакты способствуют динамичному развитию межгосударственного сотрудничества. В наших общих интересах дальнейшее углубление интеграционных процессов», — отметил глава белорусского государства.